Всем привет, с вами Влад, это ролик по Элдоэ. Сегодня я буду тестировать газовые гранаты на споровых зомби, также отправлю грузы и будет очень много всего интересного, так что не забывай подписываться и ставить лайк. Погнали! Но для начала, ребят, я взял у Евы задание найти зараженные кусты. Я пока не знаю, что это такое, но я вот сейчас нахожусь на локации. Это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, сосновая чаща. И будем смотреть, что тут да как. Так, я уже вижу первого врага и шестереночка. Вот, это зараженный куст, видимо. Так, ну давайте соберем, проверим. Да, это зараженный куст, нам начислился он в задание и убиваем токсика. Все, мы получили 6 образцов и еще одни кусты, отлично. Лутаем ящик. Возможно, здесь будет что-то интересненькое, но я сомневаюсь в этом. Такс, ну да, такое себе. В принципе, Хилтон, консервы. Такс, идем дальше. Что-то... Вот чего на меня сагрился этот токсичный зомби? Я же и шел по стелсу, и пришел его братан. Ну, конечно. Я вот не понимаю, почему эти токсики прибегают, когда я только захожу на локацию, особенно на красную. Так, ну ладно, вот еще один куст, отличненько. И, конечно же, токсичный. Ну, я уже этот толстяка я буду убивать с глока, потому что он меня уже задрал. Я его долго не буду убивать. Все, отлично, убил. И лутаем, конечно же, ящичек. Давай, быстрее лутайся. Давай, что ты там? Вот, колесо такое себе. Ну, изоленту тоже возьму, потому что она пригодится для крафта топоров. Ну, и, в принципе, изолента очень полезная. О, нифига себе, зараженный волк. Зараженный волк — это опасный чел. Его лучше сразу убить. Так, слутаем. Зараженный волк, на самом деле, если ты без брони, он жестко тебя коцать будет. Опа. Ну этот чертеж на самодельную биту у меня уже тут есть. Ну и так, уже 2 колеса от грузовика. Это, ну, нормальненько. Кстати, это, по-моему, либо красная, либо желтая локация, я уже не помню. На какую я пришел? Ну да ладно, в общем, ищем еще 2. Нам нужно 2 куста, так что ищем. Вот, 4-й я уже нашел, и осталось найти только последний. Только вот здесь 2 толстяка стоят. Мне повезло. Ну, давай, наконец-то убил этого бегуна. Так, идем. О, ну, наконец-то этот куст я нашел. Фух, я столько его искал. Вы не представляете, я уже на монтаже ускорю, наверное, скорость видео, потому что, ну, это жесть. Сейчас я посмотрю, сколько. 7 минут где-то я тут бегаю, это просто жесть. Так, раз убил бешеного волка, ну и все. Токсичного толстяка уже не буду убивать. Ну, а сейчас, ребят, я нахожусь на локации зараженной деревни. Я думаю, вы ее все знаете. Я уже зачищала ее 100 миллиардов раз. И тут у меня задание убить 2 шаркуна. Шаркун — это, кто не помнит, босс на зараженной деревне. Их тут ровно 2. Ну, и, соответственно, у меня задание убить 2 шаркуна. И мне нужно поторапливаться, так как это задание пропадет через каких-то 13 минут. И на самом деле эта локация, в принципе, в ней ничего сложного нет, но только нужно опасаться всякого вот этого заражения и следить за хпшками. Потому что здесь, как по мне, самый опасный — это сеятель спор. Такой зомби, толстяк типа.
Сейчас мы его увидим. Он здесь находится, по-моему. Так-с, обходим, аккуратненько. Да, вот этот сеятель спор. И он, как только вы его бьете, он сразу выпускает вот этот яд. И он дамажит по 7 хп. А если вы еще стоите на заражении, то, ну, скорее всего, вас убьют очень быстро. Это заражение и этот сеятель спор. Так, что-то я заговорился, и мне нужно уже искать этого шаркуна. Но нужно же еще зачистить эту деревню, так как вот эти все мозги, глаза, сердца, зомбарей зараженных мне очень нужны, чтобы отправлять грузы. А когда я буду отправлять грузы, у меня будет начисляться репутация сезона. Так, скоро, по-моему, будет этот шаркун. Добиваем этого спорового бегуна. Но вот эти споровые бегуны, они, в принципе, не сложные, как обычные бегуны. Вот, первый шаркун, он очень опасный, поэтому я не буду давать ему себя бить, потому что он может ударить меня вот этой своей огромной рукой, и мне снесется так немало урона. Но все равно, даже если я в такой броне, я все равно его немного побаиваюсь. Лут с него такой себе, но зато за него, когда ты убиваешь, дают 132 образца. Так, споровик, ну все, он взрывается сам, его можно даже не убивать, только если у вас есть задание убить 3 споровика. Такс, вон там еще один шаркун стоит, убиваем споровика, вот этот шаркун, давай, иди сюда. Ну, с гарпуна его, в принципе, можно убивать, также можно с мачеткой, но это нужно одевать броню, чтобы он вас не ушатал своей огромной рукой. Все, задание выполнено, отличненько. И это, по-моему, было задание на 15 репутаций. Фух, наконец-то зачистил эту зараженную деревню. Она, в принципе, легкая, только нужно быть осторожным. Ну а так, вот такая вот деревня, я выполнил задание. Ну а теперь я готов скрафтить газовые гранаты. Они крафтятся очень легко, нужна зеленая, оранжевая ампулка и мозги и сердце зараженные. Ну вот, у меня уже 4 газовые гранаты, и погнали протестируем их на аванпосте. Генезис задание уже выполнил, но окей, погнали. Я нахожусь на ванпосте Генезис. Сейчас я хочу, знаете, как протестировать эти газовые гранаты? Я сагрю всех зомбарей и просто кину на них гранату. Посмотрим, как это работает. И надеюсь, эта граната меня не покоцает. Так, давайте все сюда. Главное, чтобы они меня еще не убили. Так, открываем. Давайте сюда. Все, нужно кидать, их слишком много. Так, ой, нифига себе! Офигеть, вы видели? Просто эта газовая граната всех сразу убила. И она, кстати, действует только на споровых зомби, на новых. Вот этих зомби, споровых, на сеятеля спор, на шаркуна. Ну, в общем, вы поняли. Я ее, скорее всего, в следующем ролике протестирую и на зараженной деревне. Ну, а так, давайте еще раз сагрим. Так, давай. Здесь их не так уж и мало, так что, в принципе, можно повзрывать. Бежим. Открываем. Давай, быстрее. Давай, кидаем. Пау! Да, вообще на изи. Просто это имба против этих зомбарей. Можно быстренько кинуть, и они сразу все просто разлетаются в порошок. Так, ну и последнюю гранатку давайте кинем. У меня еще их 2, но я не хочу тратить сразу все. Оставлю еще одну гранатку. Такс, бабах. Открываем, бежим. Все, здесь я всех сагрю. Осталось сагрить последней комнате. Такс, все, давайте сюда. Давай, кидаю. Офигеть, они мне броню сняли. Так, этого мы добиваем. Пау, кулачками. Отлично. Фух, ну вообще эта граната на самом деле очень легкая. Точнее, локация очень легкая. Когда ты используешь эти гранаты, это вообще топ. Так, ну все, я собрал все награды. Ну, в принципе, вы увидели, как работает эта штука вся.
Мне на самом деле очень нравятся эти гранаты газовые и советую их тоже испробовать. Такс, может, все-таки потратим последнюю? Ну блин, у меня 25 хп. Как-то не хочется рисковать. Да, лучше я уйду все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня и хила нету. Ну все, мне как бы сейчас капец будет. Я просто убегаю. У меня 13 хп. Вот уже 7. Одно хп, ребят. Одно, ребят, хп. Я убегаю. Ну, если меня убьют, то меня убьют. Ладно, уже. Так, бежим, бежим. Да, ребят, я вышел с этой локации. Фух. Ну, в принципе, вы увидели, как вообще работает эта гранатка. Да, надеюсь, вы тоже сможете ее скрафтить, потому что, ну, она, в принципе, крафтится не так уж и легко. И мне на самом деле эта газовая граната понравилась. Жалко то, что она работает только на споровых зомби. Но вообще она для этого и предназначалась. Как и обещал, напоследок я доставлю несколько грузов. Так, погнали. Отправиться по указанным координатам. У нас топорик, железный топор, инструмент для рубки деревьев. Ну, нормально. Так. Прогресс. Все, завершить. Отлично. Теперь давайте выберем еще раз нет пути. Ну, в общем, берем желтые такие ящички. Караван пути. Давай, подкинь что-то, пожалуйста, пожалуйста. Прогресс, прогрессик. Давай, давай. Поехать по короткому пути. Да, мне подкинули репутацию. И это хорошо, хорошо. Так, теперь защита базы берем. Последовать за псом. Так, опа, щенок овчарки. Вот это нормально, нормальная награда на самом деле. Такс, давай, 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 давай. Завершить, отлично. Еще раз берем вот эти большая стройка. Погнали. 24 репутейшн мы получим. Опа, вот это уже хорошо. Жилетик нормально, военненький. Военный жилет мне как бы пригодится в любом случае. Завершаем. Принять. И это у нас ящики с биоматериалами. Остановиться. Так, у нас военные ботинки. Оставаться на маршруте. 20 репутаций. Хорошо. Так, давай, 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 давай. Мало ли вдруг. Блин. Почти потерял репутацию, ну да ладно. Завершаем и последний груз. Погнали. Только один способ выяснить. Так, куски ткани, ну такое себе. Так, остаться, репутация потеряна. Ну ничего, мне на эту репутацию как бы все равно. Так, шкура лисы, мех точнее. Ну и вот все, завершаем. Вот так, вот такая у нас сегодня доставочка была. Этот ролик подошел к концу, ребят. Если он вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, отправляйте это видео другу. Для меня ваша поддержка очень важна. Ну а с вами, как обычно, был Влад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.